Доброе утро, друзья! С наступающим вас! Если вы до сих пор не успели оформить свой новогодний интерьер, то этот сюжет именно для вас. Как часто оформление интерьера сводится к украшению елки и новогоднему столу? На самом деле, правильно подобранный декор создаст нужную атмосферу в новогодний праздник. Предлагаю вашему вниманию несколько свежих идей, которые сделают вашу новогоднюю ночь особенной. Как-то неудивительно, именно зелень является основным декоративным элементом, который вы будете использовать при оформлении новогоднего интерьера. И прежде всего, за основу, композиционным центром, мы должны взять вашу новогоднюю елку. Как стильно оформить вашу елку? Придерживайтесь простого правила – избегайте разноцвета. На самом деле, достаточно использовать аксессуары одного или двух цветов, и в этом случае елка будет выглядеть максимально выразительно. Смотритесь вокруг. Любые элементы мебели могут быть хорошим местом для декора. Добавив несколько новогодних игрушек, мы создадим атмосферу праздника. Красиво оформить новогоднюю елку – это важно, но, безусловно, этого будет мало. Вам просто необходимо добавить такие же декоративные детали в прочие элементы вашего интерьера. Оцените, как заиграло зеркало и камин, когда мы просто добавили ярких елочных игрушек и немного настоящей зелени. Купите несколько веточек сосны, можжевельника или ели, разложите их в разных зонах вашего интерьера. Такое решение создаст интересный эффект. Все эти вещи будут оригинально сочетаться с вашей главной героиней, с елкой. Новогодние свечи, расставленные по всему интерьеру, помогут создать сказочную атмосферу. Заполните несколько больших прозрачных емкостей шариками или фруктами. Это будет выглядеть не только красиво, но и аппетитно. В каждом доме есть традиционная люстра, и здесь мы тоже предлагаем интересное решение. Добавьте несколько елочных игрушек, еловую ветку, и все заиграет по-новому. И напоследок, главное, не забудьте о правиле одного или двух цветов. Хорошо, когда ваш интерьер в новогоднюю ночь выглядит выразительно.